Битва на каталаунских полях произошла 20 июня 451 года близ города Труа в Галлии. Это территория современной Франции. В бою столкнулись войска племен гуннов и германцев под началом Аттилы и объединенные силы Западной Римской империи под началом полководца Аэция в союзе с армией Тулузского королевства Вестготов. На деле это была подлинная битва народов. На стороне гуннов выступали остготы, гепиды и другие племена, а в союзе с римлянами – вестготы, франки, армориканцы, аланы. Римляне одержали здесь свою последнюю победу.